Когда я ему говорю, у нас лучше бы ее женщина, соответственно. А что это за куполин? Нет, ты знаешь, я же не знаю. Я же не знаю. Я же не знаю. Напитки нет. Напитки нет, но Вовке, если последнюю соломку хватит. Можно пить виски, посылать. О, смотри, не футбол. Не футбол, не болезнь. Да, наши все накрыли. Уже закуска будет. Я не хочу есть. Даже все, кто там и прошел, эти гады, подряд, пустая улица, вечер. Сзади, да. Человек перед зеленым светофором. Это чертов день. Смотри, какая интересная И ждал, вот красный сгорел, зеленый, пока два мама приблизилась, проехал мимо, только после этого он тронулся. В Японии менталитет перевыполнить правила. Я видел, как в парках, не в парках, вот как вот здесь, там, где люди ходят, а в лесу люди с пакетиками. Как часто? Нет, где-то же в России, любой из нас, нет, готов это любить. Ну, если это не будет безмерно, готов любить. Наши русские любители мириться с нашей геометрией, с нашими характерами. Он еще пошел. Да, но культура вот этого свинства и свинячья, я понял, у нас тоже блин зайдет. Я готов. Я готов даже любить это. Если только будет в этом человечестве. Иногда вот у нас людей. Ну, зависть можно. Рынок пищевой, Дим, я же говорю, отвеки просто на каждую шагу. Развал, да. Вот где надо было кушать. Вагончик, я говорю, ну, и как все флаги? Фур. 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 Фур.
и он пошел. Там нет такого утрированного, такого отношения, как японцы. Да? Я там даже видел одного японца, который там пьяного трудно встретить, да? Я видел. Вот, я видел одного. Но он стал собираться по Малому Рыбу. Они трое мужиков, ну, в России. Ну, огрели нормально в пустые ногами и все, и понял, да? Говорили спасибо, и все втроем отходили. Донор, да? Донор, да? Буду пить. Проверьте еще раз. Ребят, чемоданы там чьи оставили? Смотри, какие танцы. Ребят, попробуйте дверь нам открыть. Сейчас откроем. Так. Ух ты! Димон, смотри, кровать! Сейчас погодь. Ты знаешь, почти как у меня на даче. Да? О, это я. А потом это вот там. Баиньки, баиньки, баиньки. Супер, да? Вещь. Будешь еще не вернуться. Ух ты, мама, да? А! Кайф. Из окна очень неплохо. Да. Еще. Это снимает. Давай выпьем. Давай. Я первый, я посорал. Виски ворован, неизвестно откуда. Давай. Да, Вова, мы все придем. Понятно, он не знает, конечно. Да, Вова, я его знал. А ты снежок, пожалуйста. Я им крикнул, что они сразу растерялись. Я много чего. Нет, оказывается, Ходя. Вчера жирнул, сука, пёрлись к вам в гостиницу. Реал, у тебя работает Bluetooth? Слушай, пока я тебе понасылаю. Мне... А у меня память уже нет. Я пока сюда ехал, я такой понасылаю. Не, блин. Нам не надо идти, очень надо.
в этой гостинице. Я вот. Вот эта гостиница. Нормально гостиница? Ну, после нас что будет сидеть? Мы тоже море отели, у них все получится. Да, да, в городе. Машина в магазине. Не наш такой сложный. Вон этот башня старинная. Вход старинный. Отдельную кровать занял. А, отдельную кровать?
А ты, Гриня, на нарах? Здрасте. Здрасте. Это мы вот? Булдаков. Славик тоже здесь. Привет. Это мы здесь, да? Вот он, здесь хорошо. Опять на катурную будешь. А, интересно, если на этот, как его? На электрический. Внимание, господа, в 17 часов выезд обратно. Закрытое же помещение. Угу. Создать приватизацию. Красиво. А я прослежу, что все позвонят. Иришка, не верь. Мне уже первый пообещал. Хорошо, я вторая буду. Я не слушаю. Да, ну после меня еще 10 человек. Лишь бы было. Ой, машина какая красавица. Надо вас сюда привезти. У меня уже. Сейчас смотри, уже ничего. Я в Мусиде. Нет, если не проехать. А потому что здесь у них каменистая почва, что? Да. Нет, ну можно при желании натаскать его, потому что видно, что не принято разделение труда. Есть.
девчонки. Похоже, простые немного в этой стране. Да ладно. А у них же теряет ключи даже простые. Да. Поднимите руки у кого? Дома 100 грамм есть. Да. Воды? Да, чистые. Значит, нету. Паровоз, на котором мы приехали.
Родина. Идите спать. Все, все, все. Все, встал, зайди. Топка открыта. Ничего себе, там говна внутри. Привет, супер. Туда же можно залезть дальше. В тендер? А? В тендер? Ну. Андрюх, сейчас тебя заберут. Забирай. А? Разминка перед турандотом. Почему нет? Подай, подай! Непонятным образом там закрыто. Ну, на яхте. Только яхточка так большая, ничего стоит. Не вань. Престижный лайнер. Стоит на каком-то неохраняемом пирсе. Не так дорого. 204 тысячи. Да. Это около 8 тысяч. Вот. Да? Но.
поимел. Как ты думаешь? Послабже. Не такого класса. Бьюик. Бьюик. А сейчас Бьюиков-то нет, да? Этот более старый. Такой, как мы грини хотели сделать. Техосмотр. Наверное. Что так ни разу не видел? Какая-нибудь английская? Даже ездить на ней боится. Вот. 33-го года. 175 тысяч. Это много. Слышь? 700 тысяч рублей, это в баксах сколько? Нет. Да? Вполне. 900 тысяч, меньше 900, и это 30. Ну вот где-то вот около. А от него, кстати, стариной пахнет. Такой, знаешь, старенький. По крайней мере, у нас ни у кого в Москве, в России такой нет. В аэропорт.
аэропорту, там думаешь дешевле? В нашем. Мы купили, блин, там этот салат там 7 евро. Какая-то поездка. Ады. Все сразу побегали. Ну че? Главное, ребята, сердцем не стареть. Не надо. Ау. Хорошо, блядь, дурака с собой играть, я в голоде и тузов. Загороди дорогу молодца. И никто не загороди дорогу молодца. Живет моя страна в высоком дереву. Давай. А в черем тот высокий, нет входа никому. А в черем тот высокий, нет входа никому. Эй! Что вы нам скажете? В сауну, в смысле? Хочешь в сауну, иди. А нет, бассейн вот здесь. Понимаешь, что ли? Правда? Я не хочу. Так а что ты хотел мне сказать на камерах? А? Ничего, что ли? Ну что, сейчас пойдем. Поработаем еще до 12. Весь день дрыхнем. Между клеймов в 7 утра будить. Ничего, еще тема. Чувак, я отстал. Нет. Зажигалка. Что у тебя за проблема? Не. Ну что ты снимаешь ты? Зачем? Ну, расстройся. Субтитры
Вот, вот, вот.